Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас вот такая игра в моментальную лотерею. Веер из 5 одинаковых лотерей «Магия звезд». Напомню, чем хороша эта лотерея, вы в нее не проигрываете. Почему, друзья? Во-первых, потому что, стирая вот это солнышко, защитный слой, вы сразу видите либо финансовый приз, либо какой-то знак зодиака. Что нам дает этот знак зодиака? Собирая тандем из 3 знаков зодиака, мы можем их обменять на 100 рублей, допустим, в данном случае, 1000 рублей, 3000 рублей и 6000 рублей. Помимо всего, можем выиграть какой-то финансовый приз, 30 рублей, 50 рублей, 80 рублей, ну и так далее, до 200 тысяч рублей. Напомню, что 60% от выручки идет на призовой фонд, ну а мы будем начинать. 30 рублей стоит лотерея, 200 тысяч рублей главный приз. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк под данным видео, смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Давайте будем играть. Рыбы. Рыбы – редкий знак. Ну, не совсем редкий. В тандеме на 1000 рублей участвуют рыбы. Телец. Телец у нас также не редкий знак, но, кстати, в этом же тандеме участвует на 1000 рублей. Еще овен остался, и тогда можно 1000 рублей забрать будет. Водолей. Смотрим. Водолей у нас редкий, нередкий знак. Водолей в тандеме на 100 рублей участвует. Ну, тоже неплохо. Так, скорпион. Скорпион тоже не особо редкий знак. Он участвует в тандеме на 6000 рублей. И последний билетик. Решила сегодня магия звезд нас деньгами не баловать. Ну да ладно. Хотя нет, вот 30 рублей приносит нам. Вот это приятно видеть, чисто психологически даже, что символы и приз 30 рублей. Друзья, подпишитесь на канал Технобар Плюс, кому понравилось видео, поддержите лайком его обязательно. Напишите свой маленький комментарий. Я, как обычно, желаю всем удачи, всех обнял.